Казахстанец Бекжан Бекбулатулы получил предложение постажироваться в лондонском офисе одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies. Сейчас он трудится в команде, которая разрабатывает новые модели смартфонов. С молодым программистом встретился наш лондонский корреспондент Галымжан Караманулы. Бекжану 22 года. Он простой парень из Актау, выпускник БЛИМ инновации лицея и неоднократный призер республиканских, а также международных олимпиад по информатике. Сейчас он учится на гранте на третьем курсе Южнокорейского университета. Но ради стажировки в крупнейшей компании в сфере IT-технологии в Лондоне решил взять академический отпуск. Я сейчас разрабатываю новые методы искусственного интеллекта, процессы обучения их, чтобы они помогали делать качество фотографий лучше на новых моделях телефонов, которые уже выйдут в этом году. Стажировка Бекжана началась всего месяц назад. За это время он точно понял, что распространение искусственного интеллекта в будущем в первую очередь снизит человеческую занятость в сферах неквалифицированного труда. По-моему, большинство простых работ будут уже выполняться роботами искусственного интеллекта. Даже сейчас говорят, что в ближайшем будущем 40% профессии исчезнут, так как уже роботы смогут их выполнять всякие простые вещи. Стажировка программиста продлится 8 месяцев. После ее окончания у Бекжана есть шансы, что компания предложит контракт. Программист не исключает, что в будущем будет служить во благо Родины для развития IT-сферы Казахстана. Галымжан Караманулы, Великобритания, Лондон, специально для Хабар